Современные библиотеки не просто хранят множество книг, здесь создают настоящее творческое пространство. Все больше новых информационных интеллект-центров появляется в Мурманске. Они работают для горожан с учетом их потребностей. В одном из таких мест побывали наши журналисты Кристина Харатова и Данила Клепиков. Большой интеллект-центр, расположенный по улице Карла Маркса, 29, сейчас в процессе обновлений. У руководства появилась возможность расширить площадь библиотеки и создать новые залы для посетителей. И вот ремонт в самом разгаре. Библиотека продолжает свою работу, она не приостановилась. Мы работать будем все это время, но мы делаем ремонт на новых площадях, где мы расширяем свои возможности, свой функционал. Завершиться ремонтные работы должны в сентябре, а после него здесь появятся студии звукозаписи и фотографии, залы для неформального общения и коворкинга, а также творческая мастерская. Кроме гончарного дела у нас еще будет швейный цех, вышивальная машина, поэтому направления различные, которые там другому рукоделию, ткацкое дело, бисероплетение, получат свою поддержку, подтверждение и технологические возможности достаточно современные, потому что все оборудование приобретается с последними возможностями технологий, в том числе с компьютерным управлением. Отметим, что данный интеллект-центр очень востребован среди мурманчан разного возраста. В год его посещают порядка 3000 человек. Новые пространства, создаваемые в библиотеке, подобраны с учетом потребностей посетителей.